Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Виндаванам Манохар Ванчакалпатарувасчакипасиндубхаваша Патитананг Паванебхо Вайшнавебхьо Намо Намо Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Яткипатамханг Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттой Намо Нама Нараяна Намаскитта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодваруна Дейям Садапари Бхагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунарвиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Беспуржита кимапика бхавадушва дарши Пурнану рагра сасагра сара мурти Сарадикамай кадахивам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхакта винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасади Гаура бхакта винда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Будхату Шанкиртаной Капитару Камала Йотакшо Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Тата Синитам Бхавану Рупенна Садана Ранам Ганга Таранга Раманина Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джушша Бадане Лакшмир Джашача Бхакшаши Джасясте Десамби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Кхирам ятха дадхи
विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथकस्ति हेतु जा संबुदम अपि समपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु टोल दैट भगवत कृपा कमिंग टू आस थ्रू तत्प्रकाश तत्शक्ति गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद सकल स्तो सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु टोल что Бхагават Крипа, она снисходит на нас через Тат-Пракаш, Тат-Шакти и прочие проявления Бхагавана, а не прямо. Никто не может обрести милость Бхагавана прямо. Всегда мы видим, что Тат-Пракаш, Тат-Шакти, наша Гурварга, Тат-Пракаш, Вигрха, etc., и вот через этот Тат-Пракаш и Тат-Шакти, то есть через проявление Шакти Господа, мы можем обрести милость не прямо из Шримад-Бхагаватам, Махапуран и из других Пуран. Мы тоже можем видеть такие примеры, что всегда. Вот там говорится, например, Шри Шанкарвача, или Нарадавача, Шива сказал, и Нарада сказал. Когда мы изучаем какие-то Пураны, Бхагаватам и прочее, то увидим, что иногда Нарада что-то, он рассказывает об этой Пуране, или в большинстве случаев Шива, Шанкар, он через него приходят эти Пураны. Он Джагадгуру. Или Нарада через него также часто это приходит. Он тоже Шакта Вешаватара Верховного Господа. И всегда мы находим, что они дают советы нам все время. И вот они всегда пытаются спасти обычных душ. Их обязанность в этом состоит, у них нет каких-то корыстных мотивов. Особенно для Шанкар Бхагавана мы можем сказать, что он пример Вайшнава. И о нем есть такая шлока из Бхагаватам. Вайшнаванам ятха самбху пурананам туидам Бхагаватам. Нимноганам ятха ганга, among all rivers, среди всех рек, from hilly place, Ganga, Jamuna, taking birth, Jamuna we cannot compare because Jamuna is coming from. Вот в этой шлоке говорится, что подобно тому, как среди всех рек Ганга, она наилучшая. All other rivers. Вот Нимноганам ятха ганга, подобно тому, как Ганга лучше среди рек. И также среди всех полубогов, среди Ачюта Бхагаван Шри Кришна, он наилучший. Ачюта значит тот, кто никого невозможно сместить с его положения. Поэтому его зовут Ачюта. И последняя строка о том, что среди вайшнавов Шамбху Шанкара Шива, он наивысший. Shankar Bhagavan is topmost. Nimnuganam yatha ganga devanam achyuto yatha vaishnavanam yatha sambhu purananam tuidam bhagavatam. And bhagavatam, Bhagavad Gita Mahapuran is topmost. Среди писаний Бхагаватам она лучшая из всех. Есть 18 Пуран, включая Бхагаватам. Шримад Бхагаватам она лучшая среди всех. И таким образом мы видим, that Shankar Bhagavan is topmost Vaishnav, but externally что Шанкар лучший из вайшнавов, но внешне можно наблюдать, что как-то странно выглядит.
его внешнее проявление не похоже на то, что он вайшнав. Живет в каких-то крематориях, мажется пеплом, который остается после сжигания трупа и прочие странности. И вот внешне, хотя он может так странно выглядеть, но внутри он лучи из вайшнавов. Внутри он полностью вайшнав, и в этом нет никаких сомнений. Подобно тому, как если кто-то служит в полиции, но он при этом может быть вайшнавом. Мы можем наблюдать множество случаев. Человек может заниматься внешней какой-то бюрократией, но внутри быть великим вайшнавом. Гуру Махарадж однажды в детстве со своим другом пошли получить даршан одного какого-то губернатора, но он был вайшнавом, хотя работал губернатором. И также Рупа Санатан, они работали в мусульманском правительстве, но внутри они были полностью отреченными и великими вайшнавами. И таким образом, внешне можно найти, что Шанкар Бхагаван не похож на вайшнава, но внутри, по сути, он является вайшнавом, несомненно. Не просто вайшнав, а лучший из вайшнавов. И много раз я говорил из Бхагаватам, те, кто парамахамсы, те, кто аватхуты, для них нет hard and fast rule. You cannot impose some rules and regulation on them. Они не обязаны следовать каким-то правилам и предписаниям. Они уже ведомы божественной любовью. И все действия, они ведомы чувством к Кришне. И много раз я говорил, то, что внешне можно увидеть каких-то аватхутов, саньяси или аватхутов, парамахамс, они могут заниматься какими-то странными делами, но внутри, в соответствии с этой шлокой, Шалинганам асрамам стакта чарит абиди гочара. Но они за пределами всяких правил и предписаний. They are bent beyond any rules and regulation, like I told you already. Как я уже сказал вам. I already told that Madhavendra Puripad. То, что Мадхавендра Пурипад. Begging for excuse. Он просил прощения. Мадхавендра Пурипад, он молил Верховного Господа: «О Господь, у меня нет времени принимать омовение или повторять аник». Кто-то может приватно понять, что это. Но преданные как бы не должны так говорить, но он говорит: «Шандхавандханам намастубхьям, бхоснан тубхьям намаха». О, Сандхавандан, говорит такие слова: «О, Сандхавандан, у меня нет времени повторять тебя, поскольку Мадхавендра Пурипад всегда был занят Бхагават Севой». Шрила Кеша Госвами Махарадж принимал омовение раз в месяц всего лишь, но никаких плохих запахов от его тела никогда не было, поскольку его тело было трансцендентно. Хотя мы принимаем омовение несколько раз в день, и таким образом о Мадхавендра Пурипаде, или вот те, кто аватхуты, для них мы не можем применять какие-то правила и предписания, это невозможно. Они за пределами всяких правил и предписаний, мы не можем
применять какие-то правила для них. И поэтому лучше от таких вайшнавов держаться на безопасном расстоянии, иначе мы можем понять их превратно, это станет причиной нашего падения. Поэтому, когда кто-то у Шрилы Прабхупады спрашивал, что хотят пойти и получить даршан Парамахамса Вайшнавадаса Бабаджи Махараджа, то Шрила Прабхупада, он... не одобрил такого, поскольку люди могли превратно понять его. И вот можем видеть, что Шанкар Бхагаван лучший из вайшнавов, нет никаких сомнений в этом. И вопрос в том, что эта шлока, с которой начал, она очень важна. Бикару висеша йога. Кхирам ята дадхи бикару висеша йога саньяяте нахи татаха притхакасти хету. Я самбудам опи самапойти карьят говиндам ади пурушам тамахам баджам. Брахма Сангхита is most authentic scripture. Follow. Одна из самых авторитетных писаний. And Krishna Karanamrita. Брахма Сангхита и Кришна Каранамрита, эти две книги, они пришли к нам по милости Шри Чайтанья Махапрабху, когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию. Там Махапрабху взял эти книги Брахма Самхиту и Кришна Каранамриту, и эти две книги очень авторитетны. И там говорится, что кхира, кхира – это молоко. Что молоко может стать йогуртом. Катализатор этого процесса. Какие-то бактерии, вот в химии есть такое понятие, как катализатор, который ускоряет реакцию, например. У нас происходит какая-то химическая реакция, но если добавить катализатор, который он может многократно ускорить то, как эта реакция происходит. И вот обязанность этого катализатора в том, чтобы увеличивать скорость реакции. И таким образом Брахма Самхита, с Брахма Самхита мы видим, вот молоко может быть стать йогуртом, но йогурт не может стать молоком. То есть нельзя взять йогурт и сделать из него молоко. Но наоборот можно. И вопрос в том, что есть всякая возможность того, что мы можем превратно понять эту шлоку, поскольку мы можем задать вопрос, что Кришна, он, что Кришна, он не подвергается никаким воздействиям, но в этой шлоке Бхагаван Шри Кришна говорится, что Бхагаван Шри Кришна принял форму Шанкара, Шивы. И вот и согласно этой шлоке Викара Йога, здесь значит трансформация. Та процедура, с помощью которой вот это молоко становится йогуртом. И вопрос в том, как это возможно, что Кришна может
some reaction and can be converted in, and a Krishna трансформироваться в Шиву. Can be converted into Shankar, not that. So this Siddhanta is wrong. Shloka is это не совсем правильно. Шлока правильный, но это понимание неправильное. Here by this shloka it is written. И здесь этой шлокой говорится. Here by this shloka it is written that. То что. There is the conception of. There is the conception of, you know, cause and effect. Здесь. There is the conception of cause and effect. Концепция причины и следствия. There is the conception of cause and effect. But you think otherwise. Но кто-то думает наоборот. Cause and effect. This way, и таким образом, это аналогия, то, что молоко может стать йогуртом, это аналогия, которая приводится для того, чтобы мы поняли вот эту причину и следствие, то, что Кришна – он изначальная причина всех причин. Любые причины, которые вообще есть изначальная причина этих причин, это Кришна. И для того, чтобы поддержать все это, здесь говорится так, и вопрос в том, если Кришна, он принимает форму Шанкар Бхагавана, то почему тогда Шанкар гневается? Вот такой вопрос может возникнуть. Я могу привести пример шастр. Почему Шанкар Бхагаван, он иногда гневается? Хотя мы знаем, что когда Бригу Муни хотел проверить под руководством всех полубогов Риши Муни, they wanted to test. И вот они хотели проверить. They wanted to test among Brahma, Shankar, среди Брама, Шанка и Вишну, кто наилучший. They wanted to test. There is a, I cannot speak so long thing, so long discussion. А подробно не буду говорить, кратко объясню. Бригу Муни была дана эта обязанность проверить и выяснить, кто же лучше из всех, из Вишну, Шива и Брама. И вот Бригу пошел к Шанкару, к Шиве, к Браме и к Вишну. И вот этот Бригу пнул Шиву, Браму и Вишну. Если первые крайне разозлились, то Вишну ответил: «Брама, не ушибся ли ты?» И предложил ему как-то помассировать его стопу, стопу, чтобы снять возможную боль. А когда он пришел к Шиве, Шива хотел обнять его, этот Бригу сказал, что ты грязный, вонючий, мажешься пеплом от трупов, ты грязик, сквернен, поэтому не прикасайся. Шива обиделся, тот ушел. Потом он дошел до Брамы, не поклонился специально, чтобы посмотреть на его реакцию. Брама подумал, что за невежа. И тоже ушел. И когда этот Бригу достиг Вайкунтхи, то там он пнул Вишну. И таким вот примером было доказано, что Вишну он лучший из всех. И также я говорил о том, как Парикшит Махарадж спрашивал у Шукадева Госвами своего Гурудева: «О Гурудев,
Смотри, что те поклоняются Дурге, Деви или Шанкару, или Ганешу. Преданные этих полубогов, как правило, очень богаты. А те, кто поклоняется Кришне, они часто очень бедны. Почему так? Хотя Кришна, Он Верховный Господь, почему так? Почему те, кто поклоняется Шанкару или Дурге, они обретают множество материальных богатств, а в то время как те, кто поклоняется Кришне, то почему они бедны и не получают никаких материальных преимуществ? Почему так? At present situation is totally different. In the name of, you know, Vaishnava, they are taking, you know, revenge, everything, like to do so many things. И Вайшнавы никогда не мстят никому. I'm saying standard thing. So when Sukadeva Goswami, when in front of Sukadeva Goswami, и вот когда перед Шукадевом Госвами возник такой вопрос, то я много раз говорил, что Шукадев ответил. Почему это случается? Поскольку вот в соответствии с этой шлокой, Шри Хари, это Харитатва, она за пределами этого материального мира, за пределами влияния Майя. Шо-шарбодрик упрдошта, там бхаджану ниргуно бхавит. Шо-шарбодрик упрдошта. Бхагаван sitting inside heart of it, as Параматма, Супаршо. Бхагаван пребывает в каждом сердце в форме Параматмы, сверхдуши. И Хари, он за пределами этого материального понимания, а вы говорите о Шанкаре, Деви и прочих полубогах. Они... Их татва, они материальные, они не трансцендентны. И вот сейчас вопрос опять может возникнуть. Вы спросили Шанкар Бхагаван, он Вайшнав. И сейчас вы сказали, что это Пракрита татва. Как можно все это гармонизировать? И вот чуть раньше я сказал, что Шанкар Бхагаван — это Шива Таттва, это трансцендентная Апракрита Таттва. И в то же самое время я сказал, что она Апракрита. Как привести в гармонию эти два высказывания? И я могу показать много раз, как Шанкар Бхагаван гневался, но чтобы Бхагаван Кришна гневался, такого нету. И в чем же Сиддханта? И вот суть в том, что хотя мы знаем, что Шанкар Бхагаван это Апракрита Таттва, Вайшнава Таттва, в этом нет сомнений, но все же Бхагаван Шанкар, он what responsibility to get control over tamagun. И вот Бхагаван Шанкар, этому Шиве Шанкару поручено контролировать тамагуну, он управляющий полубог этой тамагуны. Раджагуна контролируется Брахмой. Брахма. And Шатагун is controlled by Сатвагуна Шивы. Точнее, Сатвагуна Вишну. Try to remember. Rajagun is controlled by Brahma, that's why Brahma always feeling some. Поэтому Брахма, он чувствует потребность что-то сделать, сделать то, что раджасическое настроение у него постоянно что-то делать. И такое настроение у Брахмы, но все же я могу показать, что наши предыдущие ачарьи,
их гуру Брахма. Кто-то может себе как-то неправильно понять. Иногда можно наблюдать, какие-то ачарьи говорят какой-то ересь о Брахме, не имея полного представления о нем. Брахма — он наш гуру. Как вот в этом киртане говорится, что от Кришны, из Кришны. Брахман получил посвящение от Бхагавана Шри Кришны. И поэтому мы не можем говорить, что наш, что Брахма, который наш прагуру, он бесполезен. Какие-то люди заявляют, что у Брахма нет представления о сататве, но это оскорбительно. Из Брахма Самхиты мы знаем то, что Брахма, он получил посвящение у самого Бхагавана. Прошел эту движа самскару. Он получил мантру и брахманское посвящение от Кришны, и Камагайтри также получил. И вот можно найти, что Брахма обрел Камагайтри от Бхагавана. Камагайтри, значит, я уже говорил, что читаем Чайтамрити. Кто такой Камадев? Нанданандан Шри Кришна. Нанданандан Шри Кришна — это трансцендентный Камадев. Это значит, что он занят своими лилами с гопи. И вот в соответствии с этой шлокой можно заметить, что если он получил Камагайтри, Камабидж от самого Бхагавана, то, несомненно, он имеет представление о расататве. И вот Брахма, он взял на себя ответственность за все материальное творение. Я говорил о Приобрате. Это пятая песня Бхагаватам, и там Брахма говорит: «О, мой внук, я получил эти обязанности от Бхагавана, я исполняю свои обязанности». И Шанкар Бхагаван, он дал мне обязанность контролировать эту тамагуну, и мы должны, точнее, эту раджагуну. И вот Брахма говорит Приобрате: «О, мой сын, никто не может ослушаться наставлений Бхагавана, и поэтому я исполняю свои обязанности, почему бы тебе тоже не взять и не исполнить свои обязанности?» Не взять и исполнять свои обязанности. И вот Шанкар Бхагаван, ему поручено было вот это все тамагунные дела. И как я чуть раньше говорил, если кто-то работает каким-то губернатором или судьей в суде, то есть такие люди, они тоже могут быть вайшнавами. Им надо находить гармонию между внешним и внутренним. То есть судья должен быть суров и справедлив в том, чтобы выносить приговор. Как Бхактиван такого выписал ордер на арест этого Вишкинчина, а тот начал как-то колдовать на него, хотел убить его и всех детей. Но все же это Бхактиван такого был вайшнавом, несмотря на то, что иногда действовал достаточно жестко. И вот также Шанкар Бхагаван, Парамахамса Вайшнав, и внешне он вот занимается вот этой всей тамагуной.
И из-за этой причины Шанкар Бхагаван иногда проявляет гнев. В этом причина. Хотя внутри он, несомненно, вайшнав, но внешне из-за того, что занимается всякими тамогунными делами, он может также проявлять гнев. И Брама из-за того, что занят этой раджагуной, тоже может когда-то разгневаться, хотя внешне он умиротворен. Но среди Вишну-таттвы можно найти, что Вишну, он принял прибежище, Вишну, он руководит сатвагуной, но сатвагуна, она тоже материальная. И в материальном мире сатва, раджа, тама, все эти качества, они материальные, как можно сказать. Вишну, он контролирует сатвагуну, но сатвагуна, она тоже материальна. И решение всему этому, и хотя Шанкар Бхагаван и вся Вишну-таттва, это Туттурия-таттва, которая трансцендентная за пределами материального, но все же, несмотря на то, что он контролирует эту сатвагуну, но он не находится под ее влиянием. Как Бхагаван Шри Кришна говорит, что я везде, во всем этом материальном творении, но чуть раньше он сказал, что он за пределами этого материального мира. И в четырех шлоках Бхагаватам можно видеть такие слова. I am everywhere, where not. Any dust particle you can collect, any dust particle you can collect, there is also Bhagavan. But Bhagavan speaking, I am everywhere in this material. И вот Бхагаван говорит, что он везде, в этом материальном мире и также нигде. И как это гармонизировать, что Бхагаван, он вездесущ, он находится в каждом атоме буквально. И также его нигде нет в этом мире, как это непостижимо. Ачинтья-шакти, и с помощью этой Ачинтья-шакти, когда Бхагаван Шри Кришна снисходит в этот материальный мир, он за пределами этого материального мира одновременно. Но иногда вот он в своих лилах проявляет какой-то гнев. Break the pot of yogurt, you know. So we see Bhagavan Sri Krishna become angry, but you say no angry. И вот внешне Бхагаван Шри Кришна иногда гневается, но делает это специально, чтобы украсить свои лилы. И вот Шанкар Бхагаван, он также для того, чтобы проявить какие-то лилы для какой-то причины, он тоже выражает гнев. И еще об одной татве я хочу рассказать, которую часто приватно понимают. У нас есть четкое представление о Садашивтатве. Садашивтатва, этот Шива, находится на Вайкунте, этот Садашива. И почему я говорил, когда я говорил об Адвайта Гасае, что Адвайта Гасае — это Садашивтатва. Я уже говорил об этом. Он не отличен от Вишну. Единственная разница между этим и что Махавишну, он своим взглядом, когда он смотрит на Майю, он переносит бесчисленное количество джив с предыдущей калпы в чрево Майя, и Майя-деви, она впоследствии это все материализует, этих всех душ в их соответствующих телах. Шри
И вот Садашив Таттва, и они не отличны от Вишну Таттвы, и где находится этот Садашива. It's called Devi Dham. Devi Maheshu Dham Teshu Teshu Te Te Prabhava Nichaya Vihitascha Jena. It's upper upper. Bhur Bhubaswa Mahajana Taposhutva upper. Lower. Lower also seven loka, upper also. So in between we are Marta Loka. We are Marta Loka. Marta mean? Мы находимся в Мритилоке, в этой Давидаме, в которой мы как все умирают, но если мы сможем пересечь. Escape velocity means to cut the influence of gravitational acceleration. Escape velocity means to give the velocity by the help of which the rocket easily can go and cut the gravitational acceleration. And according to my calculation of axis, in which axis that a satellite can go, and you know, and there it can start orbiting. Ну, как пример с тем, чтобы выйти на орбиту, нужно преодолеть какое-то притяжение Земли. Для этого нужно разогнаться до определенной скорости. И также, по милости Гуру Вайшнавов, мы можем избавиться от влияния Майи, и потом в процессе нашего продвижения избавимся от всех других дурных качеств и достигнем Брахмалоки, и поднимемся выше, потом там встретимся с Вираджой. Вираджа – это река, полная трансцендентной воды. И после того, как мы пересечем ее, примем омовение в ней, после мы можем войти в мир Вайкунтхи и встретиться с безличным сиянием Брахмана. You have to cut water and go Biroja and cut. Потом мы можем встретиться с безличным сиянием Брахмана. You can meet with impersonal Brahma effulgence. Follow, first of all. So impersonal Brahma effulgence. И вот это безличное сияние Брахмана значит, что из тела Бхагавана, поскольку это сияние, которое исходит из тела Бхагавана, зовется сиянием безличного Брахмана, и эти демонические демоны, в общем, они стремятся слиться с этим Брахмой, Брахма-саюджи. Брахма-саюджи не значит, что это душа. Она встретится с Брахмой и станет Брахмой. Она часть Брахмы. Пытайтесь понять, что есть, например, кусты, зеленые кусты или какая-то чаща, если птица зеленого цвета, она залетает в эти кусты, в эти деревья, то ее внешне не видно. Поскольку лист два зеленые на этих деревьях, кустах, и птица тоже зеленая, внешне ее не видно, она маскируется хорошо. И вот суть в том, что те, кто хотят обрести слиться с этим безличным сиянием Брахмана, а после того, как мы пересечем это сияние Брахмана, там Садашив Дама. And then you can enter into Sadashiv Loka.
Садасив лока, она находится. Она не отлична от Вайкунтхи. Но все же у нее есть какая-то особенность, это изначально Шива Таттва, Садашив Таттва. И вот Садашив Таттва, это Адвайта Гасе. Я уже говорил, Махавишну может только тогда, когда следующая калпа, вопрос творения возникает. И тогда Бхагаван Шри Кришна смотрит на Майя Деви, на Майю, и своим взглядом он всех душ вкладывает в ее чрево. Майя Деви — это энергия, с помощью которой все эти дживы воплощаются в соответствующих телах. Махавишна, он смотрит, он не имеет с ней прямой связи, а просто взглядом оплодотворяет ее. И Садашив Таттва, это Садашива Таттва, она предоставляет все составляющие этого творения. Как я приводил пример с пауком. Паук, он свои сети плетет с помощью паутины, которую сам синтез делает, и потом ее поедает. И вот он строит свои сети. И из Гаджендра Мокши также. Я приводил пример несколько дней назад. Что все эти причины и вот эти санскритские падежи, кто, где, когда, откуда и прочее, они в конечном счете, они все указывают на Кришну. Кто делает, как делает, кем, где, откуда, как, когда. Все эти вопросы, они все в итоге указывают на Кришну. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, я в дальнейшем расскажу, когда он преподавал санскритскую грамматику, Махапрабху повторял только имена Кришны. Его ученики удивлялись, что раньше мы слышали сутры, формулы и прочее, сейчас он повторяет только имена Кришны. И Махапрабху говорит, я говорю, поскольку не могу повторить ничего, кроме Кришны. Но так или иначе, мы находим, что Адвайта Гасай, он предоставляет все эти компоненты для составляющие творения Садашив Таттва, это изначально Шива Таттва. И в этом материальном мире мы можем найти Шива Таттва в Кайласе. Они одновременно едины, они едины и отличны от этой Садашив Шива Таттва. И вот суть в том, что иногда во всем этом творении, если какая-то дживатма достойна занять пост Брахмы, сначала я Брахме немного скажу, и вот во всем творении, если какая-то джива
она становится достойной, чтобы занять пост Брахмы, то тогда может занять этот пост. Если нет такой дживатмы, то в этом случае Бхагаван принимает форму Брахмы. In that case, Bhagavan himself going to take the form of Brahma. So that Brahma, и этот Брахма, when no jivatma available, когда нету душ, достойных душ, то тогда сам Бхагаван принимает форму Брахмы, чтобы творить. И если какая-то дживатма становится достойной, и Бхагаван вкладывает в нее свою силу, как в этих четушлоках из Бхагаватам. Бхагаван благословляет Брахму. If you are going to follow my rules and regulation, then no maya can touch. Bhagavan speaking. И вот Бхагаван говорит, что если следовать всем его правилам и предписаниям, то никакая майя она не затронет нас. You are not going to be hypnotized. You are not going to be hypnotized by my maya. Follow. This way. Этат матам. The Siddhanta Vichara I'm speaking to you. И вот Сиддханта, о котором я говорю, вся эта Сиддханта, если вы примете эту Сиддханту всем сердцем, то если вы утвердитесь в этой татва Сиддханте, о которой я говорю, то тогда Бхагаван говорит, с помощью абсолютной медитации никакие, то вы будете видеть только меня, ничего иного. Парамена самадхина значит абсолютная медитация. Это значит, что без лотосных стоп Кришны мы не сможем видеть ничего. С помощью такой абсолютной медитации, в которой мы будем видеть только Кришну, если мы можем так видеть Кришну везде и во всем, то тогда мы не будем очарованы майей, в то время как, то есть такой человек может заниматься по милости Господа всем творением с помощью его шакти, но он не будет находиться под влиянием майи. И таким образом, когда достойный кандидат на пост Брахмы находится, то он получает пост Брахмы. И тогда этот Брахма, он относится к дживататве, но Бхагаван дает ему свои силы для творения. Какая-то джива возвышается до такого уровня, это дживакати брахма. Называется, то есть Брахма, но к дживататве относящийся. Но когда достойный кандидат на пост Брахмы не находится, то сам Бхагаван может занять пост Брахмы. Тогда это зовется Ишваркоти Брахма, то есть сам Бхагаван, который занимает пост Брахмы. И также о Шанкартатве то же самое можно сказать. В каких-то калпах, когда мы находим
что находится, когда достойный кандидат, то Бхагаван дарует ему силу контролировать эту всю тамагуну, эту всю процедуру разрушения. И этот Шамбу, он... Джива-таттва. Джива-кати Шамбу. А этот Ишвакути Шамбу, когда Бхагаван... Когда он принял форму Шанкар Бхагавана, то тогда лучше. Ну, это получается Ишваркути Брама. Точнее, Ишваркути. Кто там? Ну, Шива. Брама Самхита, я уже говорил об этом. Этот пример, он абсолютен. Применим ко всему, что Бхагаван принял форму Брама, но когда Джива принимает форму Брама и Шанкара, это нельзя сказать, что это Бхагаван, просто какая-то сила. Бхагавана, она дается ему для того, чтобы он творил или еще что-то делал. Или разрушал в качестве, если он в качестве Шивы выступает. И вот обширная очень тема, времени мало. Бхагаван Шри Кришна, он очень любит Шанкара. Настолько, что я не могу привести пример. Как Гуру Таттва Вишвана Чакрабарти говорит. Writing in Guru, in Gurvastakam. В Гурваштаке. Шакшадхариттена самасасас. Руктастата бхаппаде висет. Кинту поборжо пьеваташа. In Bhagavat also, Acharya мам бижаният, наба маннето каричит. Many times Bhagavan speaking. I am coming in the form of man. So, и таким образом, одновременно, он отличен и не отличен. Вот Бхагавана и вот Шанкар Бхагаван, он один из ближайших спутников и самых дрожащих спутников Верховного Господа в этом. В случае мы можем сказать, что Шамбу Шива, он не отличен от Бхагавана, это в соответствии с Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. И сейчас Шанкар Бхагаван, он также получил полную милость Бхагавана Шри Кришны, я говорил об этом в Брихат Бхагаватамрите. И вот Брихат Бхагаватамрите Шанкар, он говорит, что нет, я не получил милости Господа. Шанкар, он поддерживает, тот, он говорит, что я не получил милости Бхагавана. Но кто-то возражает, что все же мы знаем, что Шанкар, он лучший из вайшнавов, и он обрел милость Бхагавана. Я могу привести пример, когда в начале творения был спор между полубогами и демонами, и в итоге они решили пахтать этот молочный океан, чтобы обрести Амриту. И вот они разделили обязанности, чтобы как-то равноценно участвовать в этом пахтании океана. Но потом появилась Махини, она взяла этот нектар, обещала разделить, но отдала все полубогам. История это долго. Но вопрос всего этого в том, что вначале... Вначале, когда они пахтали океан, образовался какой-то калакутбис, это очень ядовитый, такой опасный яд.
And who can take responsibility of this poison? It's dangerous. All, you know, jiva, they are going to die. Demigods and all jiva, oh, protect me, protect. They are crying. Then all, everybody... И вот они не знали, что делать, и Брахма и прочие полубоги, они пошли к Бхагавану за решением, что пахтали океан, чтобы обрести нектар, но какой-то яд образовался, и Бхагаван дал совет, чтобы они пошли к Шанкару. So all demi, all, you know, all demigods, и все полубоги, все, и каждый они попросили Шанкара, о Шанкара, мы умираем, найди какое-то решение для нас. И Шанкар Бхагаван сказал, хорошо, я выпью этот яд. И Шанкар Бхагаван пошел и выпил этот весь яд. Poison, Shankar Bhagavan drinking all poison. But Shankar Bhagavan thinking, но Шанкар Бхагаван, он подумал, что мой Господь находится внутри моего сердца, поэтому я не могу позволить этому яду, чтобы он опустился ниже, поэтому остановлю его в горле, чтобы он не беспокоил моего Господа, который находится в сердце. И это тоже доказательство того, что он Парамахамса, те, кто хранят Господа в своем сердце. И вот Шанка, он не проглотил полностью этот яд, он его оставил в области шеи, в области горла. So after drinking poison, и вот когда он выпил этот яд, его шея стала синего цвета, и с тех пор Шанкара зовут Нилаканта, синий Шим. У нас Шива тоже этот Нилаканта, Садашив. Let me give all poison. You have a poison? I cannot talk. Вот это тот, кто выпил яд и помог обрести амриту. Drink amrita. So Nilkanta means he is going to, you know, he is going to allow and going to help us to get derive amrita and going to take all poison himself. This way, Shankar Bhagavan finally going to drink and a poison and going to make all jiva tension free. Make all jiva tension free. И вот Шанкар Бхагаван выпил этот всех, so весь яд и освободил всех от этих беспокойств. World, и когда возник вопрос того, что нужно как-то было отвратить, отвлечь этих демонов, поскольку демоны они могли прийти и мешать на пути духовности, демоны они иногда специально приходят и мешают. И в этом мире можно наблюдать, что всякие демоны могут в форме притворяться преданными и мешать всему движению. И поэтому Бхагаван, он организовал ситуацию таким образом, чтобы люди демонического склада ума, они были заняты чем-то другим и не мешали. И вот Шанкар Бхагаван, ему дали обязанность такую, чтобы он принял форму Шанкарачарьи и утвердил Майаваду. Майавада Вичар отвлек всех демонов от
на вот эту Майавату. Ему было поручено придумать какое-то привлекательное учение, чтобы отвлечь этих людей демонического склада ума. This way we see each and every time. И таким образом мы видим, что Бхагаван, он дает какое-то служение Шиве. Если мой Гуру Махарадж не любит меня, или Шрила Прабхупад не любит меня, почему он даст служение нам? Понимаете, о чем я говорю? Если Гурудев любит нас, или Вайшнавы любят нас, или Бхагаван, то тогда мы обретем больше, и больше служения — это признак милости. Как можно понять, что Бхагаван, он пролил на меня свою милость? День за днем мы будем находить радость в исполнении служения. Whole day, like you know, demons they are sleeping, they sleeping. You know, Ravan Kumbhakarna sleeping, na? Sleep whole day. This is your punishment. This is your punishment. You think I am in mud taking prasadam? No, you have no idea about prasadam. This is your punishment that you are taking the rice of bhiksha alarm because Madhukuri bhiksha. Madhukuri bhiksha, you are going to take and take rest, no seva. They have to get punishment. Follow. То есть, если мы просто едим просад и не исполняем никакого служения, то это опасно. Можем какое-то наказание получить за это. Нужно совершать баджан, по крайней мере, что-то делать. И множество примеров можно видеть, с помощью которых можно показать, что Шанкара Бхагаван, он получил полную милость Господа, поскольку Бхагаван время от времени он дает служение Шанкару. И таким образом мы знаем, что Бхагаван, он очень любит Шанкара, но Шанкар Бхагаван, он приводит такой аргумент, что если я не обрету милость, то есть если бы я обрел милость Господа, то зачем мне Господь дал служение такое, что нужно отвратить людей от пути к Нему, и поэтому я вынужден контролировать Тамагуну и заниматься этими такими неприятными вещами внешне. Это признак того, что Бхагаван не любит меня. И также время от времени мы находим, что Бхагаван Шанкар, он благословляет всяких демонов, асуров. В Бхагаватам и в различных Пуранах можно видеть, что Шанкар Бхагаван дает благословение каким-то асурам, как Раване, Врикасуру и прочим. Почему так происходит? И также эти асуры, каких? You know, all the time Shankar Bhagavan giving kippah to them. Why giving? Почему Шанкар дарует им милость, хотя они против Бхагавана? И это, хотя мы можем внешне найти, что Шанкар Бхагаван, он дарует милость каким-то демонам, которые против Бхагавана выступают, но будьте уверены, для того, чтобы их одурачить. И это происходит в соответствии с желанием Бхагавана. Шанкар Бхагаван, он даровал милость Врикасуру, Салву, еще кому-то. Шамбар, Ашура, they are giving different benediction. Викасур, this kind of benediction Shankar Bhagavan giving to them, but still it is also. Но все же это в соответствии с желанием Бхагавана произошло. Поскольку Парамхамса не может ничего сделать, что против Бхагавана. Which is
Парамхамса, он никогда не делает ничего против воли Бхагавана. И вот внешне можно видеть, что Шанка иногда благословляет каких-то недостойных демонов, Варикасу, Равана и прочих негодяев, но все же это происходит в соответствии с желанием Бхагавана. Когда Бхагаван Шанкара, он пришел к Варикасу. Варикасу он совершал свои аскезы, чтобы обрести даршан Шанкара. Долгое время он совершал свой баджан в Гималаях, принимал омовение в Алакананде и совершал свои аскезы. И он перестал есть, пить. And finally going to take one handful of dust particle. It is written in Bhagavatam, finally going to collect one dustful and one handful of dust particle. This nothing I'm doing bhajan. Still Bhagavan not come. After that he took the sharp weapon. В общем, он совершал свои аскезы, но Бхагаван Шива не приходил, тот начал совершать аскезы и предлагать свою плоть в огонь. Но все равно Бхагаван не приходил, и что делать? Уже решил отрезать свою голову и кинуть в этот жертвенный огонь. Это такая асурическая тапасья, она очень опасна, ее не нужно совершать. Никакого бхакти мы не получим, а просто станем какими-то демонами. Мы должны следовать юктавайраги, иначе слишком суровые аскезы могут сделать нас демоном. Мы должны находить гармонию во всем. Не спать слишком много или слишком мало, не есть слишком много или слишком мало. Все мы должны делать ради Кришна Бхакти. Поскольку мы, когда пришли на путь преданности, мы приняли обет делать все, что благоприятно для бхакти, и отказываться от неблагоприятного. И в итоге этот Шакуни Нандан Варикасу, он решил отрезать свою голову и кинуть ее в жертвенный огонь. И Шанкар Бхагаван вынужден был прийти и спросить, чем он занимается. И тот сказал, что делаю, чтобы получить ваш даршан, хочу благословений. И спросил, что же он хочет, и тот попросил, что если я прикоснусь своей рукой к чьей-то голове, то он умрет. И Шива спросил, что толку от тебя от этого? Люди просят денег, славы, еще чего-то. А тебе зачем такие глупые благословения? Как Хьяникашипу пошел, он совершал аскезы, Брама вынужден был прийти, и Хьяникашипу попросил бессмертия, но Брама сказал, что сам смертен, поэтому ничем помочь не может. И Хьяникашипу решил одурачить Браму, начал косвенно просить, что его никто не может убить никаким оружием, никто из тех, созданных тобой, не может убить меня, никто не может убить меня ночью или днем, ни внутри здания, ни снаружи. И вот он думал, что Брама старый, и можно одурачить его, поэтому он просил так косвенно бессмертия. И Шанкар Бхагаван, он удивлен был.
ты хочешь благословения, я отдам тебе, но зачем тебе такое бестолковое благословение? Какого блага ты от этого получишь? Я могу дать тебе что-то другое, нет, не нужно только это. Но Шанкара благословил его, и тот потянулся за рукой к Шанкару, чтобы проверить его благословение на нем же. Шанкара побежал прочь от него, и вот тот пытался догнать. И в итоге, что случилось? И вот он, Шива, начал молиться Вишну, Бхагавану, и Бхагаван решил помочь ему. Явился в форме маленького мальчика, спросил этого Шакунинандана, куда ж ты бежишь, подожди. Ты вспотел, сядь, отдохни, времени нету. Спроси, помогу помочь тебе, еще что ты тут бежишь, куда, зачем? Сказал, что тут обманщик один. Ты что, только сегодня узнал, что этот Шива обманщик живет непонятно где, непонятно как, в каких-то крематориях. И он мне благословение дал, что если я хотел проверить это благословение не на нем, он убежал, что за подлец. А он наверняка обманул меня, поэтому хочу проверить на нем. А этот мальчик сказал, зачем тебе так долго бегать за ним? Ты можешь его благословение на себе же проверить, зачем бегать за ним? Ну, в итоге этот демон, он прислонил руку к своей голове и умер. Банасур, он был очень могущественен, он был тысячи руки. И он решил бороться с Шанкаром, поскольку от него же он получил благословение, и поскольку не нашел никаких достойных противников, решил бороться с самим Шанкаром. Самим Шивой. И Шива сказал, что вскоре ты исполнишь свое желание. Вот Бхагаван Шри Кришна пришел с Двараки, и как раз он был достойным противником. В процессе этой борьбы Бхагаван Шри Кришна, он отрезал все ему его руки. Anyway, I'm not going to kill him. Anyway, I'm not going to kill him. How I can kill? Because if in the destiny, Шива пришел и попросил не убивать его. Бхагаван Шри Кришна сказал, что не будет убивать его, поскольку он находится в династии Прохлада, просто накажет его, оставит четыре руки. А остальные отрубят. И так много проблем встречалось, случалось с Шивой, все благословения, которые он давал, иногда вот против него оборачивались. И вот вопрос, как Равана, он обрел силу от Шанкара и злоупотреблял ею, но в итоге можно обнаружить, что всегда Шанкар Бхагаван, он благословляет, если кого-то, то это не безупречное благословение. Шанкар, когда он благословляет каких-то демонов, какой-то недостаток в этом благословении обнаруживается, и это становится причиной их смерти.
их благословения Шива не безупречны. Какие-то недостатки в них, через которые эти демоны могут быть убиты в будущем. И таким образом все время мы видим, что Шанкар-Бхагаван, он помогает лиле Бхагавана. Шанкар-Бхагаван, он всегда проявляет такую лилу, которая... Вот Шанкар-Бхагаван помогает в этой лиле. И вот когда Бхагаван Шри Кришна родился, он поклонялся Нанде Махараджа. И в Гокуле он Шиви поклонялся там. Этот, ну, в общем, какие-то проявления. Это Нанда Махарадж, его отец, он поклонялся этому Шиви в как различных ипостасях. Там Чинтахаран Махадев был на берегу Ямуны, например. Поскольку у Нанды и Ясоды не было детей, они поклонялись этому Махадеву, чтобы обрести сына. В Нандагауне Ашешар Махадев. И таким образом Шанкар Бхагаван все время помогает. Shankar Bhagavan always going to help, you know, in the lila of Krishna. Помогает Кришна лиле. И таким образом Парамахамса Шанкар Бхагаван, хотя внешне можно найти, что он благословляет каких-то демонов, но его благословения, они не безупречные какие-то. Уловки в них находятся. И вот вопрос в том, что Шанкар Бхагаван и его группа, они все, Бригумуни проклял их. И вот была борьба между Дакшей Праджапати и группой Шанкар Бхагавана. Шанкар было все равно. Он ушел. А Дакша все поносил, материл этого Шанкара. Это Нанди и прочие спутники Шивы, они в ответ посылали всякие проклятия. И, в общем, последователи Шивы, они так бронились этим Дакши. Хотя внешне можно такие странности наблюдать, но почему Шрила Прабхупад, Шрила Бхакти Прамод, Пури Госвами Махарадж, Бон Махарадж и прочие, они поклонялись Шиве. Бон Махарадж, он однажды предложил 10 миллионов листьев Белла Шиве. Хотя, с другой стороны, запрещено поклоняться Шиве. Но запрещено в смысле видеть его как Верховного Господа. Нужно видеть его в связи с Бхагаваном, как его преданного. И вот суть в том, что мы находим то, что Бригумуни, он... Shankar and his followers. Проклял Шиву и его последователей, чтобы они стали демонами. You all can become demon. Never you can get the clue of spiritual tattva. Чтобы они никогда не поняли духовной истины, сиданты, таттвы. You cannot get the clue how to go to a
чтобы они не поняли, как достичь трансцендентного мира, а стали пашанами, бессердечными, безбожниками. И вот это такое проклятие от Бригумуни. И вот поэтому говорится, что те, кто поклоняются Шиве Шанкару, они становятся пашанди, нет сомнений в этом. Они станут бессердечными, потеряют свой баджан. И в чем сиддханта? Наша гурварга разве делает что-то не так? Нет. И какова сиддханта? Сиддханта в том, что мы всегда поклоняемся Шанкару с таким настроением, что Шанкар Бхагаван – он лучший из слуг нашего Господа. В Гите Бхагаван говорит, те, кто поклоняются различным полубогам, они поклоняются мне. Бхакта джаджанти. It is written. Jeopi anna devata bhakta jajanti. Teopi jajanti ma. Those who are separately going to worship Shankara. Те, кто отдельно поклоняется Шанкаре Брахме, они по сути поклоняются мне, поскольку я суть всего. Как в соответствии с сиддхантой, если мы будем поливать корень дерева, то все дерево, оно будет, получит энергию от этого. Оно будет сыто. И вот в соответствии с этой шлокой мы знаем это, что тут неправильно. И вот Бхагаван говорит, если кто-то поклоняется мне, но непосредственно то есть в смысле, поклоняется Шанкару с представлением, что он отдельный от Верховного Господа, то это неправильно. Это проклятие применимо для тех, кто поклоняется Шиве с теми мыслями, что он Верховный Господь, но не для преданных. Они, которые поклоняются Шиве Шанкару как великому преданному. Для чистых преданных, для преданных, которые поклоняются Шанкару, видя его связь с Верховным Господом, это проклятие Бригу неприменимо. Поэтому будьте уверены, что мы не совершаем никакой ошибки. Мы поклоняемся Садашиве и по милости Садашива Адвайта Гасая мы можем достичь трансцендентного мира и вернуться назад, домой к Богу. И таким образом мы должны понять эту сиддханту в какой-то день. Я продолжу. Патитанам павана бхагавасна.